Всем бобра, дорогие друзья, с вами Венди, и мы продолжаем играть в Until Dawn. И мы продолжаем пытаться спасти каждого из этих глупых студентиков, которые продолжают хлопать дверями. Что произошло? Теперь эта дверь открыта? Как я догадался? А туда? Не, я не буду открывать дверь, которая захлопнута. Погоди! Ты это видел? Девочка из звонка! Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак! Да ну! Я серьезно! И она была в полотенце! Почему ты мне не веришь? Я же его видела, какой это мне Сэм? Смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой мозг спиокся. Он там был, я видел. Твой мозг спиокся. Я не верю даже своим глазам. Я видела призрак. В конце концов, я не знаю, что это было. Кей. Я не знаю. Не знаю, но... Что-то я видел. Крис. Это понятно. Ты просто... Мы оба... Сейчас немножко как бы не в себе. Нам просто нужно собраться, согласна? Хорошо. Хороший вариант. Крис! Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде. Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных. Почему-то меня стесняет эта открытая, закрытая дверь. Вдруг она в беде? Наверняка. Я же говорил, меня волнует эта открытая дверь. А призрак-то меня вел в другую сторону. А призрак-то шел туда? Нет, разделяться я не хочу. Или надо? Призрак-то шел сюда? Фак. Открытая дверь. Я напрасно туда иду, да? Нужно ли идти за призраками? Призраки хорошие или нет? Может быть, они хотят нас убить? А, стоп, здесь я был. Куда ведет нас призрак? А, нет, он пошел сюда, и мы пошли сюда. И дверь закрыта. А, тогда... Окей. Тогда все, в принципе, нормально. Я что-то засомневался. Я думал, что призрак нас ведет в другую сторону. Это был бы интересный поворот сюжета. Опять подвал! Хватит подвалов в этой игре! Свет мерцает! Крис! Крис! Я смотрел сверхъестественное! Если светит фонариком, мигает, значит рядом призрак. Готовь соль! Нам предстоит изгнать духов из этого места. Эй! Что вообще за приколы? Да что здесь происходит? Я так и знал! Я так и знал, что рано или поздно этот конь будет двигаться. Кажется, нет, я не знаю. Почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе, и этот призрак, или что Эшли, это там? Эшли, мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. Да, хорошо, что я тогда не спрятался, бита была не здесь. Прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Стой! Крис, повернись! Что? Ты не видел? Нет. Ты уставился в телефон, отправляешь твит, хэштег «За нами гонится призрак»? Эш, ты успокойся, ты окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Тут умерло два человека! Запомни, два человека умерли. Ты плохо не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, Постой, или на Бет! Господи, Эш! Полезно. По-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что... Призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Джош? А, да, он умер. Что это? Картина сама со стены слетела. Откуда ты знаешь, сама она слетела или нет? Может быть, там огромный лось? Тут переизбыток лосей в этой игре. Везде лоси. Бери его уже! Ну вот,
Она показывает идти направо. Боже мой! Вот, смотри, Крису, не говори мне, что ты это не видишь! Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это, и я... А призраки какой-то. Хорошие или нет? Оно указывает нам путь. Ладно. А что здесь? Я почему-то не могу туда пойти. Окей. Значит, я не могу туда пойти. Она ушла в дверь. Нам нужно в дверь. Хогвартс, прием! Ваш вход здесь? Оно указывает на путь. В прошлый раз она указывала нам на библиотеку, теперь она указывает нам на домик. О, невероятно. Кажется, смотри, Крис. А, что? Через окна все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет, там целая сценка с куклами. Снимает кто-то? Да? Девочки снимают? Это, наверное, сценка разыгрывается, та, которая была в начале. Я видел это в трейлере, кстати говоря. Смотри. Ключик. А этот ключик? Говорю же, призрак помогает. Ты не надо. Это призрак Ханны, которую вы убили. Это два алкаша наверху. Только они были внизу. Так, что это там у нас? Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы. Спрятались и ждем Ханну год назад. Да. Но все точь в точь. Я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется... Или это призрак? Нас. Нет, это наверняка призрак. А. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Чтобы заморочить вам голову. Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Окей, вот это ненормально. Книжечка же вас не убьет? Дневник Ханны. Мама все-таки разрешила, приглашение разосланное. Вечеринка состоится, теперь надо еще ждать. Отстой, Эш, Мэтт и Сэм уже ответили, что точно да. Майк пока молчит. Печолько. О боже мой, Майк тоже согласен. Он сегодня звонил Джошу. Ей! Опа. Ура, завтра тусанем. Мы собрались здесь на горе. Это будет потрясно. Посиделки у огня. И господи, Майк! Я просто балдею, что он будет. Все мысли только об этом, ни о чем другом. Что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Ладно, я прочту. Все мы... Ладно, я не прочту. Все. Что это? Звук шел оттуда. Твою ж... Ёбаный. Откуда здесь столько воды? Слушай, Крис, не ты мужчина. Почему ты пускаешь везде женщину? Оттуда идет холод. Передо мной закричала на меня. Чё ещё тупой? Эй, посмотри. Это новее, чем остальное барахло. Это что? Gleam Professional. Lighting Solution. Типа решение для освещения. Что-то такое. Диско-шары и всякие диско-хрени. Я всегда знал, что диско — это причина чего-то плохого. Каталог лампочек. Оригинальная лампа для РБ-проекторов. Ножницы пригодятся. Бери. Бабочки. Кто предупрежден, тот вооружен. Эшли забрала ножницы с собой. Да, мы уже почти в конце. После укуса. Зачем мне ножницы? Ладно, я думаю, ножницы ли... Нет. В жопу голову. Зачем мне голова? Мне не нужна голова. Я уже встречался как-то с одной головой. Она убила ее. Точнее... Хотя, может, мне все же пригодится голова? В конце концов, что может произойти? Мина. Может произойти. Ясу. Ясу брать этот предмет. Нет. Зачем он мне? Лишнюю улику пропустим.
в баню. Постой, там дальше другая комната. Огромная. А Крис, я нигде не пропустил. Я не хочу идти дальше. Слушай, это голова случайно не тотем? Нет, тотемы выглядят не так. Крис, ты что, не понял? Я не хочу идти дальше. Зачем ты? Мне это что-то напоминает. И куда это? Мы да! Попали. Здесь шла Сэм! Глазам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Сэм, бро, ты жива? Судя по всему, не знаю. Блин, может быть, не знаю. Стоп. Здесь должен быть какой-нибудь тотем. Здесь обязан быть тотем. Это идеальное место для тотемов. Лучше и не бывает. Не говорите, что здесь ничего нету. Вы мне лжете. Дверь. Ты посмотри. Ничего нету. Крис, прикинь, ничего нету. Ты можешь в это поверить? Крис! Скажи мне, что тебе жалко. Может быть, я могу как-то все же лифт открыть? Я боюсь, что я сейчас вызову лифт, он задавит ее к чертям. Вы покричали что-нибудь. Сэм! Здорово. Он мне улыбался только что-то? Все, я так больше не могу. Да, я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Хана поступила... Не надо так говорить! Да, ну... Заткнитесь. Ты же знаешь, как... Заткнитесь. Если влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Да, именно так вы сделали. Пренебрежение. Сочувствие. Интересно, а ты? Ты бы на ее месте не убежал, если бы над тобой так посмеялись? Нет. А что такого? Надо мной же не смеются. В глаза. Что? Что такое? Крис, мы выставили ее жуткой дурой перед всеми друзьями и парнем, который ей нравился. Ничего хуже. В чем проблема? Ее просто попросили открыть сиськи. И она согласилась. Я вообще не понимаю всей этой ситуации. С чем это снимать? В чем в этом такого? Ну, нравится ей парень. Тотем. Или не тотем. Подозрительно он тут лежит. Так. Это никак не связано... Никак ли это не связано с тем... Я вот сейчас, возможно, буду слишком аккуратничать. Возможно. Но не связано ли это как-нибудь с тем, что она может сгореть? Тут деревянный дом, деревянный пол. Это не деревянный пол. Эй. Так что я думаю, что ничего, они... да. Адрес отправителя. Они поддельные? Но зачем подделывать газеты? Это хороший вопрос. Подделывание газет? Интересно. Кому понадобилось подделывать газеты? И главное, зачем действительно? Знаешь что? Нет. Эш! Нет, с меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эшли, я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало. Но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Крис храбрый. Давай искать Сэм. Господи. Нельзя бросать своих. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Я мужчина! Когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав. Я хочу уйти. Нет. Надо найти Сэма. Надо Пошли. Найти Сэм. Надо. Иных вариантов нет. Бросать своих — это вообще облом. Никаких других вариантов, ребята. Нет, ну можно, конечно, уйти и так далее, но... Бросать Сэм — такая хрень. Хотя Сэм выжила. Хотя за Сэм охотятся. А чем вы поможете ей, скажи мне? Здорово. Крис.
У меня такое странное чувство на этот счет. Я рано поговорил с тобой? В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Важный факт мы нашли. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Никаких тотемов нет. Что это вообще за место? Это, наверное, дорога в психушку, да? Или в шахту? Там что-то скрипит. И кто-то плачет. Рядышком. Прям очень рядышком. Крис, какого хрена? Я боюсь, я женщина. Почему ты меня пускаешь вперед? Чего мы можем добиться от этой искрящей фигни? Это дефибриллятор. Надеюсь, вы не догадаетесь ее тронуть. Давай нажму. Просто посмотри на нее. Не надо ее трогать. Батарейки и таймеры. Хорошо, улика. Lights и TV. Там было написано свет и телевизор. Я надеюсь, что я что-нибудь вижу полезное. Манекен? Кто-то плачет или смеется? Не-не-не-не-не-не-не, постой. Давай посмотрим сначала туда. Если вдруг, ребята, увидите деревянный пол, кричите. Тут ничего? Удивительно, ну тут вообще ничего. Странно, такая большая комната и незачем. Почему камера в таком странном положении? Меня это стесняет. Что-то выскочит. Или нет? О! Да! Они в психушке. Они в психушке! Блин! Чего ж вас всех сюда несет? Фотки, 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 фотки. Посмотри на фотки. Это мы. На ком-то там крестики. Это Джош, наверное, да? Типа он умер. Это что такое? Черный список? Безумие! Кто-то точит на вас зуб, ребята. Кто-то точит на вас зуб. Дай-ка я обойду ее с другой стороны. Может быть. Wait. Крюки. О, да что же это такое? Отвратительно! Я там не был. Это явно не для еды. Тогда зачем это здесь? Пугать вас. Не трогай. Здесь все как в дешевом ужастике. Найдена улика, мертвая семья. Я могу это покрутить? Я помню единственное место, где была еще одна свинья. Это когда мы увидели ее на улице. Только о чем это говорит? Я пока не знаю. Пока у меня все не складывается в одну фигурку. Пока что нет. Но я уверен, рано или поздно все сложится. Дверь. Открыта дверь или закрыта дверь? Давай-ка глянем, что у нас здесь. Здесь у нас продолжение прохода. Значит, давай посмотрим дверь. Оу. Кинцо. Я особенно боюсь этой психушки. Да. Тем более Крис от меня ушел. Я особенно боюсь психушки. Ведь произойдет же что-то плохое. Здесь не деревянный пол. Ну посмотри. Эй! Ты тут со мной. Господи, это с прошлого года. Кто-то снимал их? Как-то немного неловко. Я не видела эту запись. А, да, они же сами снимали. А, фак. Какая такая? Радостная. Это Ханна. И живая. Ханна. Она еще не знает. Сейчас что-то произойдет. Ой-ой. Уходите отсюда, уходите отсюда. Ух ты.
Я и забыл, что ты это поддерживала. Мэтт? Что ты здесь делаешь? Виновата. Это ужасно. Стиханна, мне так стыдно. Стиханна, нет, стой. Это просто... Похоже, тебе понравилось? В этом и весь ужас. Мы просто устроили розыгрыш. Думали, что весело. Да. Не хочу больше это видеть. И дверь закрывается. Бум. Майк. О, Крис! Ожидаемая концовка. Что это такое? Меня мурашки пробили. Стоп, успокойся. Этого не выдержу, призраки. Это видео, вся эта летающая... Успокойся, Лена, послушай меня. Почему я должна... Я не дрыгнулся, но это меня прям пробило. Это все кто-то подстроил. Послушай, призраки не включают видеокамеры. Ну подумай сама. И кто же все это подстроил? Серьезно? Ну кто? Маньяк. Ну не знаю, может тот же человек, который связал тебя и убил Джоша? Да, да. И у которого может быть Сэм. Прямо Музыка. Сейчас. Наверное, ты прав. Я этому не рад. Нужно ли было нам это видеть? Если да, то зачем? Здесь нет никакого тотема. Она прям рядом. Кто-то, кто плачет, прямо рядом. Все, пошли отсюда. А, нет, просто банка, это не тотем. Я еще хочу тотемы. Дайте мне тотемы. Я чувствую, столько тотемов она пропускала, ребята. Простите меня за это. Куда ты идешь? Я ненавижу не видеть, куда я иду. Возьми тотем. Ну все, пойдем тогда. Вперед. Навстречу приключениям. Ох, черт. Навстречу. Посмотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм? Нет. Ладно, нет! Открыть. Нет, это не Сэм. Я знаю, это не Сэм. Есть, но черт, она тяжелая. Сейчас закроется. Осторожно. Пролезай, закроется. Не могу долго держать. Давай. Крис! Скорее! Я видела там Сэм! Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть! Это но не я было уверен, Сэм. Что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться! Уйди! Сэм выжила, мы это знаем, но вот эта фигура не была похожа на Сэм. Если я скажу идти со мной, кто мог истекать кровью? Выборы! Выборы! Та фигура была большая, и она была с длинными волосами. Она не была похожа на Сэм. А если мы пойдем в эту комнату, то нас просто закроют. Что за глупость? Зачем туда вообще идти? Ну и истекал эту кровью, ну и что? Ребятушки. Как я должен понять, что правильно, а что нет? Как? Никак, в этом и ответ. Я должен сам как бы решать. Чувак, ты со мной пойдешь или нет? Идти за Крисом, один я никуда не пойду. Ну ладно, ладно. Что тут у нас? Держаться вместе. Эшли последовала за Крисом. Я был прав. Я иду. Я надеялся на самом деле, что... если я скажу пойти со мной, он пойдет со мной. Думала, эта штука меня... Но судя по всему, он бы пошел один, и я бы пошла одна. А это пипец какая плохая тема. Рефриджератор какой-то. Не понимаю. Зачем тут вообще нужно охлаждение? Здесь и так дубак. Кто знает, что в голове у этого типа. Может, он горячий тип. Очевидная шутка. Зачем мы сюда идем? Бросать я тебя, конечно, бро, не буду. Но я тебе все уши прожужжу вопросами нахрена. Нахрена? Зачем? Это тотем? Нет, это деревяшка. Нахрена? Скажи мне, нахрена мы сюда пошли? Что мы тут забыли? Какой дурак будет идти на кровь? Там, где кровь, там плохо. Фак. Там, где кровь, там плохо. Там, где кровь, еще никто ничего хорошего не находил. Тем более, что Сэм выжила. Я это знаю, так как я сам организовал то, что Сэм выжила. Лучше бы вы мне поверили и пошли куда-нибудь.
Но та фигура не была похожа на Сэм. Это точно. Так, справа... Нет, да ничего. Слева, да нет, ничего. Да, ничего нет, нигде. Ну, тогда пойдем. Не надо! Сэм! Не, всю же Сэм поймали. Я же спас Сэм. Ее все равно это не спасло. Ее поймали? Или это диктофон? Так, постой. Перед тем, как... Ой, фак. Можешь посмотреть в дырочку? Бро, посмотри в дырочку. Fucking fuck. Так, там у нас, походу... Да, невидимая... Что с тобой творится? Вот здесь невидимая стена? Да, она вот прям перед чем-то встает и не может пройти. Загляни, просто загляни. Зачем заходить? О, Крис. О, нет. Эй. Не надо подходить сюда! Нет. Нет! Нет! Я не хочу его трогать! Я жму, отвали от него! Тупая коза! У меня нет выбора. Сэм! Привет. Нет, это не Сэм! Я понимаю. Она это только манекен. Что кричала. Да, это я вижу. Почему он одет как Сэм? Не знаю. Зачем пытаться выдать манекен за Сэм? Потому что я вы дебилы и сюда пошли. А Сэм... Это диктофон! Какой ужас! Беги! Ужас. Надо было идти в другую сторону. О, черт! Нет, отвали! Красавчик. Не подходи ко мне! На! 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 Нет, 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 нет! Живи и учись! Что? Живи и учись! Голова трещит. Зачем? Значит, нужно было идти в другую дверь. Возможно, я пропустил тотем. Вот как я должен понять, где сюжет, а где не сюжет? Что за тупость? Я просто сказал им, откройте дверь. Не нужно заходить. Они пошли. Что за тупые студентики? Вы совсем о себе не заботитесь. Черт, я этого козла убью нахрен. Что это? Это он. Нет, Крис. Тот, кто убил Джоша. Боже мой, нет. Господи. Кровожадный ублюдок. Чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если б я могла сказать, почему так не сказать? Я так и знал! Я же говорил, самой-самой или первой второй серии! Слишком поздно. Они падут дулом пистолета, признаются друг другу в любви. Нет, скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Все окей, Эшли. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое я провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. На секундочку, ребят. Нет, это совсем мудацкий поступок. Если я сказать... плохо вижусь, извините. Когда мы отсюда выберемся... О, господи! Нет! Эшли, я тебя вытащу, я тебя спасу! Ну что ж, мои дорогие подопытные. Я черт, боюсь. Я уже знаю, кажется, что будет за испытание, и я знаю, что я сделаю. Делаешь. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жить. Я говорил это. Я не смотрел в это. Хорошее решение. Не будь дурачком, Крис. Крис, старая ты. Я уже знаю, что я сделаю. Я доверюсь тотему. Наставление. Крис кладет пистолет на пол. На стол. Стой, стой. Нет! Не надо, Крис. Лучше меня. Я не это имел в виду. Ты уже один раз спас меня. Черт! Теперь дай выбрать мне, дай мне спасти тебя! Нет. Пусть это последнее, я что я сделаю двинул в жизни, его я так хочу! Я не имею в виду. Крис, пожалуйста! О, Господи!
Багдачет! А, как погода, ребят, у вас? Хорошая погода? Я надеюсь, что у вас очень хорошая погода, потому что у меня на самом деле погода прекрасная. Особенно хорошо кататься на велике. Серьезно. Я доверяю Тотем. Тотем говна не скажет. Или скажет. Или скажет. Все зашло слишком далеко. Разве не видишь? Сказал, да? Не понимаешь? Я напрасно поверил Тотему. Что это истязание? Пора прекратить. Там же Тотем наставление. Положи пистолет. Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Живые. Что в тебе такого особенного? А? У меня есть маска. Я выгляжу клёво. Ребят, на этом все. Мы узнаем, чем все закончилось потом. Я играю за убийцу. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья, потому что видео идет уже очень долго. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся в следующей серии. Если я вдруг ошибся, прошу меня простить. Я просто поверил Тотему. Всем пока-пока-пока. Удачи.